Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls. Каким-то макаром я вот сейчас только зашел в игру, я опять в нее не играл, денька 4-5. Каким-то макаром я оказался в мире 1-2, я совершенно не помню, что я тут делал последний раз. И вообще это, по-моему, какой-то баг, потому что я оказался вот в этом зале. Хотя зачем мне показывать? Давайте сейчас мы пойдем на 1-3, мне подсказали там клевую приколюху. Который нам поможет разобраться с пенетратором, который, если просто так с ним чисто, ну, тьфу ты, елки-палки, по-честному содраться, то победить его очень-очень сложно и неоправданно сложно. В мире 1.3 есть, короче говоря, какая-то дверь, как вы помните, рядом с рыцарями, с которых можно фармить траву. Вот эта дверь может открыться ключами, которые мы взяли. Ну, сейчас покажу, короче говоря. Так, и сейчас заодно мы посмотрим... Эту шляпу я даже не хочу снимать, она крутая. Так. Блин, такое ощущение, как будто кто-то играл за меня, потому что я не помню вообще, какого хрена произошло. Давайте посмотрим, что нам нужно выкинуть. Меня часто просят вот именно такие вещи не проматывать, показывать, что я тут делаю, как качаюсь, как проматываю. Ой, блин, что я несу опять? Так, короче говоря, мне нужен рыцарский меч выкинуть, нужно фламберг выкинуть. Секиру. Подожди, я вообще не понимаю, какого хрена происходит. Потому что я последний раз заканчивал, у меня отнюдь не так все было. Может, это какой-то откат был, и сейчас окажется, что у меня флеймлуркер, скажем, там, живой. Вот это было бы печально. Вместе с людоедами, вместе с драконьим богом. Вот это была бы настоящая паника. Так, ладно. А нет, у нас щиты рабов вроде есть, это мы как раз на 1.3 получили. Ну ладно. Так, шлем выкинем. У нас шляпы есть. Говорят, что в мире 2.1 кузнец с помощью души флеймлуркера может зачаровывать оружие как-то в особенном смысле. А, нет, все открыто, слава богу. Давайте сходим посмотрим, кстати говоря. Я не уверен, как, правда, что нам что-то это даст, потому что у нас ни одно оружие по максимуму не прокачано. Даже бастард тоже можно прокачать вроде как еще выше, до плюс 10. Хотя могу ошибаться. Ну, просто посмотрим, убедимся, а потом пойдем уже в 1.3 и будем разбираться. Я помаленьку вспоминаю, что-то я сильно отвлекся от этой игры. Ну, вот Dead Space Extraction начал. Да, собственно, с E3 с этой... Как-то совершенно я забыл про... Блин, как тут-то можно умереть? Как ты умер? Пошел. А, он за этой пошел, понятно. Это такая подленькая штука на самом деле. И улетел. Так, ладно, давайте посмотрим. Пошел. Так, только ты меня не предали сейчас. Ой, блин, я же испугался. Это ты, бро. Так, апгрейд. Ну, скажем, Dragon Lord Sword. Понятно, короче, нужно прокачать, похоже, оружие. Блин, печально. Ну ладно. Короче, рутину я вам показал. Это можно было вообще в серию не включать. Ну ладно, чё уж. Раз уж попал, то почему бы и нет. Короче, не солоно хлебамши, уходим отсюда, идем в 1.3. И сейчас будем смотреть уже, что там у нас да как. Надо будет между сериями... Блин, ну где найти на это время? Нужно будет между сериями покачать оружие. Ну, то есть... поискать эти камешки, которые нужны для прокачки. Уже потом с этим камешком к ним попробовать подойти. А, кстати, подождите. Еще одну секунду. Мне нужно... А, нет, я души этих убрал уже. Ну, ладно тогда, можно идти. Так, вот сюда, что ли? Сюда... Вот сюда, да. Блин, все забыл, офигеть. Меня сейчас опять нарезать, наверное, будет, потому что я опять нифига не помню. И вот этот по-настоящему печальный. Dragon Sword. Ой, Dragon Long Sword надо будет прокачать. Он мне очень понравился. На этой локации он просто решает. Но чтобы под него камни найти, нужно идти в мир второй, в 2-2. И там тоже это достаточно непросто. Ой, короче, проблем в этой игре полным-полно. Вот тут сзади, тут помните, мы, я вам показывал, как... Как-то что? Вон там дверь стоит. Сейчас мы эту дверь откроем, я надеюсь. Без эксцессов будет. Давайте сначала травы с них возьмем.
Добрый день. Хорошо, пойдет. Блин, что-то какой-то. Как ты меня услышал с такого расстояния? Здрасте, здрасте. Стреляй. Блин, прикольный меч. После бастарда, конечно. Вообще прекрасно, по-моему. Так, что ты мне лотус дашь? Болт. Ну, тоже неплохо. Трава. И трава. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, правду ли мне говорили люди в комментариях. Да, отлично. Так, аккуратненько, я не знаю, что нас тут ждет. Но тут где-то должен быть союзник, который нам поможет в битве с пенетратором. Блин, пенетратор звучит, конечно, как название какого-то порнофильма. Ну ладно. Вроде спокойно, да? Кто-то шагает. А, вон, это толстячок. Понял, прости. Ошибся насчет тебя. Так, теперь нужно резко вспоминать управление, пока он меня не разобрал. О, хорош. Так, подожди, братья. Сейчас я маленько акклиматизируюсь после всяких Dead Space'ов. Давай, ломай меня. Ты посмотри, какой сильный. Так, ладно. Да ты харедл. Понравилось ему, смотри. Мне тоже что-то твои удары очень нравятся. Какой-то ты вообще у нас неописуемо крутой. Давай, ударь меня. Фу, блин, ты посмотри, какой душный парень-то оказался. Окровавленный ключ, или что за бладики. Так, и тут у нас... А, вот, кстати, как раз он, по-моему, да? Кто идет? А, ты убил это насекомое и спас меня. Хе-хе-хе. Меня зовут Бьор, я старейший из двух клыков Болетарии. Благодарю тебя. Ты заслужил хорошую награду. Но у меня ее нет. Ладно, продолжай. А я посплю маленько. Понял. Скотина неблагодарная. Шлем бы мне хоть свой дал. Хотя шляпа уже, наверное, до конца игры ни на что не променяю. Очень шара крутая. Так, душа героя, это всегда хорошо. Так, это у нас выход наверх, понятно. Тут что? Тут, похоже, тоже душа. И все. Душа, да. Так, я ничего не пропустил. Вот он у нас тут сидел. А, вот еще одна, смотри. Темновато. Тут вообще пусто, да? Да. Ладно. И тут ничего. Так, тут у нас ящерка. Но ящерку я трогать не буду. Я на незнакомых территориях предпочитаю с ними особо не сталкиваться. Вот убежит же. Убежит. Ну ладно, вроде нормально. Так, подожди, это же знакомое место, нет? Так, ну я понял, где я нахожусь. Ящерка, не путайся под ногами. Да-да-да, тут решетка была закрыта, и с той стороны торговец сидел, по-моему. Вам.
позади. А чё пугаете-то? Ух ты, щит какой тяжелый. Я не думаю, что он мне подойдет. Так. На 60 против магии, я так понимаю. Ну, хорош, хорош, конечно. Только он парировать не даст, да? И он вообще, он дура какая. Офигеть. Это как у этого? У Tower Knight'а. Да, но он тяжелый, я с ним бегать не могу. Мне нужно силу, что ли, качать? Или что нужно качать по него? Но защита, конечно, офигенная, я так понимаю. Но мне как-то мой милее. Он и выглядит круче. Так, ладно, и теперь мы пойдем по новой на 1-3, что ли, к пенетратору. Посмотрим, может, теперь у нас получится что-то с ним сделать. Говорят, что вот этот Бьор, он придет на помощь во время битвы с этим боссом. И большую часть атак будет принимать на себя. Но это не значит, что бой будет легким. Просто он как бы, ну, вдвоем сподручнее завалить будет. Я, правда, не знаю, что будет, если он Бьора убьет и потом возьмется за меня. Я думаю, это будет печально. Но как бы там ни было, погнали. Мне очень понравилась эта локация. Из последних она мне больше всего нравится. Кстати говоря, тут справа какая-то дверка есть. Я ее еще ни разу не открывал. А вот эта дверь не открывается, слышал? А, нет, они не открываются. Опасайся темного фантома. А мы тут дрались с темным фантомом, нет? По-моему, собаки только. Ладно, пойдет. Хорошо. Блин, как я забыл эту игру уже, это офигеть просто. Ничего не помню. Так, это откроется? А, во, Bloody Iron Key, смотри. Аккуратно. Очень такое хорошее место для засады. Интересно. Так, ну сюда мы пока не пойдем. Давайте дальше посмотрим. Мне кажется, тут тупик. Да, блин. Да, я угадал. Как ты уже предвидишь что-то, как в этой игре. Камень, отлично. Привет. Ну, привет. Давайте посмотрим, что у нас тут. Я думаю, здесь нам ничего важного не дадут. Это чисто как приколюхи просто, как секретка, да? Хотя, как знать. Ой, не нравятся мне такие узкие коридоры. Если у них встретишь что-то сильное, то, блин. Отлично. И куда это мы пришли? Ох ты, какой вид. Что за башня? Не ждет ли меня там какая-нибудь прекрасная девушка в заточении? Если ты замаскируешься... Замаскируешься? Каким макаром? А может, вот эта вот та шляпа, то, что я делал, это как маскировка? Сомневаюсь, конечно. Что-то как-то тут... Блин, да не застревай ты. Как-то тут неспокойно, надо отметить. Ладно, если там наверху кто есть, то теперь он знает, что я здесь. О, блестяшка. Так, а как? А, все, понял, как ее взять. Налево. Ну, понятно. Спасибо за подсказку. Душа солдата, хорошо.
Больше ничего. Интересно. Не ожидал я, что тут такое ответвление будет обширное. Ты где? Ой, блин. Ой, блин. Тихо, тихо, аккуратно. А, узнал, что ли? Я типа свой? Может он... Мне кажется, что он это сделал именно из-за того, что я в шляпе. Я не удивлюсь, если такой прикол. Так, какое-то кольцо взяли, надо запомнить. Сейчас не до этого. Еще какое-то кольцо. Но это для магов, очевидно. Так, ладно. Может, с него стрелять начать? А вдруг с ним поговорить можно? Смотри, он меня не узнал натурально. Это же та магичка, или похожа на нее из Dark Souls. Что тебе от меня нужно? У вас что, жалости нет? Да поступай как хочешь. Секретов нет. Только я уставшая вся такая. Круто, че. Добрый день. Пошел вниз. Ай, а я-то не хотел сам падать туда. Свидание. Фу. Смотри-ка я. Блин, я совершенно как-то не знал, но вроде как все правильно сделал. Теперь я, наверное, тебя освободил, да? Do as you wish. There are no... Нет. Так, может мне шляпу снять? Походу, они из-за шляпы, это чисто все произошло. Из-за шляпы он опустил эту лесенку. Heavens, you... Ты пришел? You came to... Спасти меня? Save me. Thank you. Спасибо. Не, no, я в порядке. With a little rest. Немножко отдохну и пойду. Хорошо. Блин, ну это было шикарно. Скажу честно, это все не специально было. Я совершенно не знал про эту хрень. Просто пошел, куда глаза глядят. Вышло прям как по сценарию, как будто вот, блин, я не знаю. Круто. Так, ладно, пойдемте к пенетратору. Я думаю, я сейчас от него огребу, даже с помощью, потому что он что-то какой-то совсем злой. Мне, говорит, с таким настроем нельзя ходить. Ну, я с таким настроем шел к флеймворкеру, и в итоге он погиб. Так что не думайте, что настрой мой что-то имеет общее с моим желанием кого-то убить. Я не сдаюсь, пока меня не убьют, не думайте. Просто это очень сложно. Блин, ну шляпа крутая. И помогла мне. Так, ну все, пойдем к тому дяденьке. Сейчас к нему дорога, в принципе, будет достаточно близкая. Потому что напрямки все, напрямки. Так, ребята, давайте ко мне. По одному желательно. Тихо. Аккуратно. Нравится? Спокойно, спокойно. Вот этого не надо, пожалуйста. О, а ты кто такой? А, ты же Острава, да? Ты Острава? Да, ты Острава. Острава все тут ходит. Что ж тебя никто не свинтит никак, а? С одного удара хоть и хватит, нет? Да, ты своим мечом тут много навоюешь. Ладно, пусть продолжает страдать. Я уж думал, он в Nexus вернулся, а он все тут гуляет. Так, сейчас у нас будет толстячок и три рыцаря, да, насколько я помню?
А, нет, никого нет. Так, ну ладно, пойдем по нашему старому пути. Но Астрава, я так понимаю, они убить не смогут, у него чисто очень много жизни, несмотря на то, что дерется он как мешок какой-то. Но все равно. Еще одно копье дали. Зачем мне еще одно? Вот тут такое ощущение, что может как-то открыться, может что ли? Да нет, скорее всего, нет. Так, ребята. Здравствуйте. Так, слишком много вас. Надо все-таки от вас как-то избавиться, потому что вы сейчас мне в спину ударите просто. Ой, блин. Ох уж эти стены, а. В Дарке как-то с этим проблем более-менее решили, но здесь это вообще капец какой-то. Блин, придется, похоже... Ой, я не знаю. Давайте пойдем к ним, убьем их всех лучше, потому что, блин, сейчас там надо будет трех рыцарей убить, а если эти еще сбоку прибегут, вот это будет натурально очень-очень круто. О, а вот я что не видел. Хорошо. Так, у вас тут раз, два, три, четыре, пять. Там не Астрал идет? Астрал все там же тусует. И мне души идут от него, молодца. Свидание. Блин, сейчас опять душ наберу 30 тысяч. И опять будет жалко терять их. Уф, так. Ребзя. Добрый день, Эл. Ладно, тихо. Ай, блин. Ладно, пойдет. Сейчас все равно восстановится с помощью моего колечка. Так, сколько у вас? Шо? Так, а стрелы, значит, сквозь них летают. Круто. Ай, блин, поймал. Вот не надо. Пять. Уф, так, ладно, что-то я тороплюсь сегодня. Такое ощущение, что я сейчас до босса тупо не дойду, если так буду дальше играть. Да блин, наводись на него. Раз и два. И рыцарь сай. О, вот это, вот это плохо. Так, давайте мы как-нибудь, я не знаю, ребят, по-честному, может, все-таки. Вон те двое вроде успокоились. Ага, хорошо. По одному-то еще можно жить. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Тихо, дружок. Да, блин, а.
Да что ж ты... Блин, я даже с одним разучился помаленьку, разучился. Фу, а что было бы, если бы я дрался с тремя сразу? Было бы много всего веселого, я так понимаю. Давай. Плохо. Ох, отвратительно. Да что с тобой, мать твою, такое? О! Сушите весла. Аккуратно, браток. Ой, подожди, подожди секунду. Да. Опасно. Фу, так, ладно. Последний остался. Что-то я расслабляюсь. А враги одни из самых сложных. Да ты запаришь уже, братюнь. Да что ж с вами не так-то сегодня? Так, пошли еще раз получать, что ли, огребаться. Может, против него Tower Shield бы пошел. Но я тогда вообще подвижности лишусь. Блин, я не знаю, что с ним делать, честное слово. Так, у нас, кстати, копье. Ой, копье. Кольцо новое есть. Вместо регенератора, допустим. Магию восстановить. Так, как оно называлось? Это агрить врагов на себя. И толку-то мне от него. Не могу сказать, что я понял смысл этого кольца. Это понятно, там, если вдвоем, возможно, с кем-то бегаешь, с кем-то слабым, чтобы враги на тебя в первую очередь внимание обращали. Так, вон он стоит. Самый красивый, самый крутой босс в игре, похоже. Погнали. Так, Бьор пришел. Ой, я своего ударил, по-моему. О, пошел процесс, пошел. Да смотри, сколько он ему отнимает. О, ой, ой. Ой, 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 убери, убери прицел. Бьор, помогай, Бьор, на тебя вся надежда. Ой, что я делаю? Вот сейчас бы он меня уже давно убил. Все, что... Ну ладно. Как видите, я не могу сказать, что это я этот бой выиграл. Я так, как говорится, как бы это поприличнее сказать, подпёрдышем был. В основном Бьёр всю атаку провел. Так, давай мою душу на самом деле. Ох, сейчас можно покачаться. Еще одного демона снесли. Блин, ну я тебе благодарен. Ты меня такой головной боль лишил. Хорошая работа. Ну как вообще демон может связываться с рыцарем? Демон рыцарю не ровня, он сказал. Продолжай. А я старею. Мне нужно отдохнуть. Стареешь, похоже. Да, я видел, как ты стареешь. Блин, я бы не хотел с тобой драться, братья. Что-то ты какой-то опасный. Офигеть. Так, давайте возьмем вон ту блестяшку, которая там лежит. Да пойдем в Нексус. Что-то я перехотел уже как-то. Сколько их там? Так, ладно, блестяшка подождет. Пойдемте покачаемся, неохота душу терять на ровном месте.
Вообще говорят, что босс 1.4, он вроде как финальный, что ли? Один из финальных боссов. И если я его сейчас убью, вдруг я сейчас игру пройду. Давайте мы сначала за другие миры возьмемся, наверное. На 1.4 попозже пойдем. Ну, увидели, да, какой бой был? Натурально. Просто издевательство было над этим пенетратором. Как он меня разобрал в прошлый раз, так я его разобрал в этот раз. Так, подожди, что мне нужно, чтобы, скажем, Tower Shield носить на бегу? Есть какой-нибудь параметр, нет? Ну, в силу все упирается. Но, блин, я не знаю. Выносливость, наверное, надо качать. Или подожди. А, так. Вещи, которые на тебе надеты. Вот этот, похоже, нужно качать, чтобы более тяжелые вещи носить. Ну и жизни это прибавляет. А это то, что... то, что у тебя в рюкзаке. Вот и то качнем сейчас. Силушки-то уже хватает более-менее. Так, Виталити. Хорошо. Endurance, хорошо. Vitality, хорошо. Так, еще одно надо будет на Endurance. Так, душа легендарного солдата. Хорошо. Ну, пока что не больно, сказал, я все равно как куль кувыркаюсь. Ну, я не думаю, короче говоря, что этот щит я смогу в этом прохождении носить, именно чтобы и при этом и бегать нормально. Потому что тупо силенок не хватает такую бандуру таскать с собой. А если еще и с тем щитом костоловым, ой, с тем мечом, то это вообще просто нереал какой-то. Поэтому давайте мы его пока сложим. Да сейчас двинем, я не знаю. Посмотрим, куда двинем. Так, положить. Два камня. Бастард оставим. Копье тоже оставим. Болты выкинем. Так, ну и все. You have a heart of gold. А, душу уже нужно положить. Я сегодня рассеянный. Ну, убили босса, и ладно. You have a heart of gold. Фу, так. Ну и что, на этом давайте прекратим, наверное, эту серию. В принципе, мы в ней, у нас баловство сплошное было, особых сложностей не испытывали. Очень прикольно мне понравилось, как у нас получилось замаскироваться под одного из этих толстячков с помощью шляпы. И освободить эту ведьму непонятную. Возможно, она нам в будущем поможет. Ну, короче говоря, необычные такие вещи были. Так, вот так вот, короче говоря. Ну и ладно, давайте на этом мы прекратим эту серию. В следующий пойдем либо в Blight Town, ну или как он тут называется, Plague Town. Или пойдем дальше в 4.2. Посмотрим, короче говоря. Как бы там ни было, с вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.